моя картина называется «Три жизни». Написана она маслом, холст на подрамнике, размер холста 24 на 30 сантиметров. Картина выполнена в пастозной технике, мастихином, в стиле арт-декор. Это мой авторский стиль, который включает в себя то, что я наношу несколько слоев масла мелкими мазками, работаю только мастихином. В картине изображено три стадии жизни. От бутона, как символа зарождения и рождения жизни. Вторая стадия – это цветок, как символ самой жизни. И третья стадия – это шишечка, стадия увядания. Но не просто увядание, а оставление после себя семян в жизни. В настоящей жизни все так и бывает. Только надо обязательно после себя оставить свой след. Я считаю именно так. Поэтому в 58 лет я впервые начала рисовать. И хочу, чтобы мои картины остались как воспоминания моим потомкам. Уверена, что человек может все, если он захочет. Любуйтесь на эту картину и оценивайте ее по достоинству.